Так, вот помело. Сейчас будем пробовать разморозить ее. Это вот такой вид волокон при обычной шоковой заморозке невозможно сохранить. Это вот заморожено сейчас. С частью микроволновки. Смотрим. Это срединная стадия. Ну вот, все в полном порядке. Сейчас будем дальше ждать. А по поводу помело, у нас тут разные сорта, правда, немного, но вот посмотрите, давайте мы откроем. Это другой чуть-чуть сорт, да. Но просто по структуре. Главное попробовать, есть. Вот она по структуре, и вот разморозили мы сейчас. Ну, вы понимаете, да, что нет, когда один в один. А они тоже свежие. Белые, а есть чуть-чуть. Они порой чуть-чуть. Они лопнут. Вот они все, ничего не лопнуло. Они лопнут. Все держится. Какой-то процент. Да. Это там. Нет, она реально, да, как свежая. Вот это не лопнет. Ну, аспетические замороженные не лопнут. Ну.